кучка негодяев, собравшись, лишили великую страну вот такого красного флага с серпом и молотом, что олицетворял наш флаг Советского Союза. Он напоминал всем, что за то, чтобы жилось спокойно в Советском Союзе, большое количество поколений на территории Русь пролили свою кровь. Мы начинали свою борьбу, когда был президентом, был Владимир Владимирович Путин. И тогда еще он говорил о том, что проблема решится. Проблема не решилась и не решается с помощью ни руководства страны, ни руководства области. Проблема решается только самими людьми, самими, если они будут бороться, если они будут сражаться за свои права. Ну, во-первых, мне очень приятно видеть здесь тех людей, которые и с этим режимом борются, с теми, которые солидарны были и в октябре 93-го года. Что можно сказать об этих проведенных 19 лет жизни? Утрачено все то, что было завоевано, разбито все, что было построено. Вот здесь часто вспоминают реформы, которые дали толчок нашей Российской Федерации, чтобы она с третьего места улетела на 86-го по прожиточному минимуму, на 78-е по обеспеченности населения денежными ресурсами и на первом месте, конечно, по выкачке энергоресурсов со страны. Сегодня мы скорбим о том, что когда-то мы потеряли советскую власть, потеряли Советский Союз, но я родился в Российской Федерации, но с уверенностью говорю. Я хочу, чтобы была советская власть. И я хочу в Советский Союз. Почему? Да потому что я бы в Советском Союзе и при советской власти учился бы бесплатно, лечился бы бесплатно, на стипендию мог бы на свою прожить. А приходится жить на пенсию дедушки своего. Мог бы учиться и жить там, где учусь. А сейчас я живу в деревне в Азовском районе и ежедневно езжу в Ростов на учебу, потому что там учиться негде и нечему. Вот. Можно только учиться пить, курить, колоться. Будем уверены, что вернется советская власть. Ну, так жить невозможно. Советская власть вернется обязательно. И будем строить новую, красивую, мощную социалистическую державу. Товарищи, сейчас я обратила внимание, много стоит молодежи, которые уже родились после 93-го года или были очень маленькими. Поэтому информация для них. В октябре 93-го года 11 ростовских комсомольцев были в оцеплении Дома Советов. Все они там были, естественно, безоружные. Было им 18, самому младшему было 16 лет, самому старшему 23. Давайте почтим минутой молчания память тех, которые легли там. Уважаемые друзья, сегодня исполняется 19 лет со дня того преступления, которое совершила власть. Но вы сейчас видите, они все открещиваются от 90-х годов, говорят, это вот кто-то там, кто-то разворовал страну, кто-то все расточил. Кто-то в 93-м году расстреливал наших товарищей. Они пытаются нас запугать. Я вам скажу прямо. Мы пуганы, уже ничего у них не получится. И все равно последнее слово будет за нами. Вы слышали здесь перед митингом, прозвучала песня замечательного нашего певца, поэта и композитора Александра Харчикова. Эта песня называется «Готовьте списки». Так вот, пускай они знают,
Наше время придет, и придет оно очень скоро. И вот все те подлецы, кто издевался над нашими товарищами, кто угрожал им, кто делал все, чтобы уничтожить нас, все эти подлецы ответят. И списки мы на этих подлецов всех будем готовить. Пускай знают, что возмездие за подлость, за воровство, за убийство, возмездие обязательно настанет. И Компартия обязательно придет к власти. Вступайте в ряды коммунистов и вместе с нами обязательно мы одержим победу. Люди просыпаются. Тогда шел спор. Говорили о том, что вот при советской власти талоны были, очереди были. А сейчас все свободно, магазины полные, можно заработать денег. Сегодня спор по существу закончен. Сегодня абсолютное большинство граждан нашей страны недовольны происходящим в нашей стране. И даже партия «Единая Россия» в кулуарах выражает недовольство. Но когда доходит дело до голосования, они голосуют против нас с вами, а порою против самих себя. Так долго продолжаться не может, и это скоро должно закончиться. Нас вернули назад и пытаются обмануть, что возврата в прошлое нет. Да, может быть, но социализм это не прошлое, а социализм это будущее. И он наступит. И наступит при нашей с вами активной деятельности.